Часть истории Великой Отечественной войны сохранилась в селе Якимовичи Ростовского района. Там в 1941 году двух раненых красноармейцев укрыл в своем доме местный житель. Когда об этом узнали фашисты, то расстреляли всех троих. Их останки были торжественно перезахоронены 25 апреля. И спустя столько десятков лет они будут со всеми почестями, христианскими и воинскими, преданы земле здесь, в Якимовичах, где и погибли, и будут с другими бойцами лежать в братской могиле. Обряд отпевания прошел в Крестовоздвиженской церкви села Якимовичи. После этого воинов проводили с полагающимися почестями, почти в память о них, минутой молчания и возложив цветы. На торжественном событии присутствовали представители местной администрации, региональной власти и все неравнодушные. Мы собрались с вами для того, чтобы доказать самим себе и всему миру, что мы ничего не забыли. Именно благодаря нашим поисковикам, за это им большое спасибо, низкий поклон, за ваш святой труд. Ранее погибшие были похоронены в скромной могиле на окраине села. Это было сделано еще во время фашистской оккупации. Но для сохранения памяти о жертвах военного времени было решено найти и переместить останки в братскую могилу. Для этого местная администрация обратилась к поисковому отряду «Высота». Вечная слава советским солдатам и гражданскому, который укрывал их. По решению местной администрации защитники Отечества перезахоронены в братскую могилу номер 17/4 села Якимовича.